Ребят, всем привет! Вы на канале Саня Механик. Сегодня я вам покажу, как потянуть ручник на автомобиле Toyota RAV4. Ручник под самый верх. Ручник надо подтянуть. Что нам для этого надо? Для этого нам понадобится два ключика на 10. Что мы делаем? Открываем второй бардачок. Здесь у нас подкладочка ковролиновая. Убираем ковролиновую подкладочку. И вот видите такое место, как для пальца. Поднимаете вверх и тянете назад. Снимается такая крышечка. Здесь находится еще прикуриватель. И просовываете внутрь руку и толкаете вверх кармашек регулировка зеркал. Просто вытолкнули ее наружу, убрали в сторону, чтобы не мешало. И здесь, вы видите, находится ручник, трос и находятся две гаечки. Гаечка, которая нижняя натягивает, и верхняя контрагайка. Двумя ключиками расконтрагаиваете гайку. И потом нижней гайкой закручиваете гайку и тем самым натягиваете ручник. Подтягивайте и пробуйте. Сильно попущен. Подтягиваем дальше. Во! Ручничок у нас подтягивается. Дальше подтягиваем. Подтянули ручничок. Где-то в районе 5 щелчков должно быть. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Отличная регулировка. Контрагаем теперь вторую гаечку и собираем. Все, подтянули гаечку на место. Теперь защелкнули этот кармашек и защелкиваем этот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик.